Здравствуйте, Елена. Это видео про ваш объектив и переходник с одуванчиками. Вот для начала первым стоит КПН. Вот он запрограммирован от 3,5 до 22. Комфортный алгоритм по работе с этим объективом с одуванчиком я вам также пришлю. Теперь смотрите, как его вынимать из камеры, вставлять в камеру, чтобы не сломать одуванчик. Сначала научитесь вставлять переходничок без объектива, а потом уже с объективом у вас все получится. Смотрите, вот он стоит в камере. Нажимаем кнопку фиксатора объектива и поворачиваем по часовой стрелке. Вытаскиваем. Точно так же вставляем. Красную точку на переходнике совмещаем с белой точкой на камере. Немножечко прижимаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Вот как видите, все работает. И в обратную сторону. Вот смотрите. Вот здесь вот в ребре переходника есть три винта. Чтобы поставить их на объектив, этот переходничок, вы немножечко отпускаете эти винтики на вашем хвостовике с резьбой М42, вытаскиваете и вместо того хвоста ставите этот. Он одевается сверху на объектив, и эти винты затягиваются. Смотрите так, чтобы шкала объектива смотрела наверх. Так, это переходничок с крышечкой, а это ваш объектив. Вот сам объективчик. Наклеен одуванчик. Вот бленда резиновая. Она также на резьбе. Легко откручивается. Диафрагма работает мягко и правильно. Кольцо фокусировки крутится плавно, без задержек. Точно так же смотрите и учитесь, как правильно вставлять в камеру. Красную точку на объективе совмещаем с белой точкой на камере. На объективе выставляем диафрагму 22. Совмещаем красную и белую точку. Немножко придавливаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Вот смотрите. Одуванчик также здесь запрограммирован от 2 до 22. При работе с советскими объективами на камерах Nikon есть нюансы, поскольку советские диафрагменные значения не совсем совпадают с никоновскими, то есть на открытой диафрагме двойка будет отрабатываться как двойка, там 2,5 как 2,5, 2,8 как 2,8. А вот дальше нужно будет вводить поправки через кнопку экспо-коррекции. Вот смотрите, еще раз показываю. Нажимаем кнопку стопора на камере и аккуратно поворачиваем объектив с одуванчиком по часовой стрелке и вынимаем. Одуванчик очень хрупкий, поэтому очень аккуратно все делайте. Еще раз совмещаем красную и белую точку. Немножечко выжимаем объектив, поворачиваем до щелчка. Теперь как производится съемка. Например, ставим режим приоритета диафрагмы А. На камере, если на профессиональной, то у вас должен быть вот такой же переключатель, только в трех режимах. Ставите его на АФ. Смотрите в видоискатель, выбираете центральную точку фокусировки и мягко крутите кольцо фокусировки. Вы слышите, когда есть фокусировка, звук. Точка фокусировки также загорается. И можно сделать снимок. На объективе вы всегда оставляете диафрагму 22, это ее автоматическое значение. А нужную диафрагму выбираете, как обычно, в камере.
режим съемки в камере AF-S. На профессиональной это просто выставляете вот таким вот образом переключателем. А на вашем 5100 в меню выбираете, там будет AFC, AFS, AFM. Вот выбираете AFA, выбираете AFS и выставляете. Также очень аккуратно одеваете, снимаете крышку. Против, вот по часовой стрелке снимаем, против часовой стрелки закручиваем, одеваем. Вот, сейчас я упакую в пузырьковую пленку. Сверху вот в такой поролончик. Вот, затем это все уложу вот в эту коробочку с пенопластом. Уже все обклеено. Адрес ваш наклеен и отправлю вам. Спасибо за внимание.